Здравствуйте, это игра Клондайк. Я просто предлагаю немножко поиграть. Да, я вчера показывала на видео, мы начинали чистить этот временный остров. Осталось совсем ерунда, но все же подарки достойные, ну и надо дочистить. Фишка в том, что осталось чуть-чуть, но чистить фактически нечем. Ничего, сейчас пойдем там возьмем, там яблочки, там еще что-нибудь, там кроликов покормим. Знаете, оставшиеся проценты что-нибудь придумаем. Жалко, конечно, полеты. Но ускорялку ставить никто уже не будет. Ради такого количества процентов, не-не-не-не. Это не тот случай. Так, торговцы потихонечку торгуют. Да, не сильно, но все же это здорово. Да, конечно, за неделю две локации. У меня даже совсем яблок нету. Ни одного. Вон сливы и то в дефиците. Да, энергетики, конечно, ушли, но зато подарков будет много. И не мешало бы сейчас слетать, да и посмотреть, может быть, ну, 600 штук, это ни о чем. Я так думаю, что если везде пособирать, то можно чего-то и насобирать. Так, туда с собой чего-то берем. Да, наверное. Взяла с собой покушать. Кстати, там же тоже могло вырасти, в принципе. Надо собрать. Я понимаю, что на проценты эти не хватит, но на что-то хватит. Так, вот это мы выгружаем, потом берем с собой то, что привезли, эти 10 штук. Я точно, конечно, не уверена, но все же поедем на опушку. Там тоже растет. Ой, глупость я сделала, конечно, на опушке. Тут у меня все хорошо в плане с питанием. Тут у меня яблоки есть. Мне казалось, что где-то мало. Ага. Мало как раз здесь. Тут мы их и оставим. Так, сбор продукции, комплексы. А что-то есть в наличии? А в наличии нету ничего. Осталось добить тоже, но совсем чуть-чуть. Ну добей уже, и тем более, что он не превращается. И, как говорится, получи свой подарок какой-нибудь. Ну, каждый раз находится что-нибудь, что более интересно и более важно называется. Итак, в общем, на всех своих островах собрала все свои, так хочу сказать, яблочки. Капусточку. Ну, не так много вышло, как хотелось бы. Ну, не было сегодня возможности зайти в игру. И получается, что собрали только вот один раз. Ну, значит, возьмем в крайнем случае чуть-чуть плюс 40. Надо же добить сегодня. Ну, нельзя оттягивать надолго, потому что локация временная. Удовольствие не растягиваем, выбиваем сразу. Что не можно сделать яблоками, можно сделать другим энергетиком. Ох, ничего ж себе, у меня это вот за все время купили второй раз нефть. Нефть я за что продавала? А сейчас посмотрим. Круто. За 50 коллекций рогов. Во, круто. Есть. Так, тут мы все пока смотрим, сколько вышло. 600. А я не знаю, хватит, не хватит. В общем, берем вот, и не хочется лишнее, как говорится, вести. Ой, и там у меня проблема, по-моему, надо взять хотя бы, где оно, вот так, 10 20 10 20, потому что там оно еще есть, конечно. Но мне показалось, что так не хватит. Я же пока найду. Ой, что-то я, по-моему, не все положила. Точно. Как это я так? Невнимательно. Все, поехали. Кататься. И там я не помню, сколько я нашла. 4 из 7, вот. Еще 3 штуки найти. Ну что, давайте искать вместе. Делаем.
Ой, пользуемся. Так, смотрим, смотрим, зеленая, значит, рядом. Стрелочка, надо идти точно по стрелочке, иначе можно не угадать. Давайте попробуем здесь, вот так вот. Это прикольно. Уже не хватает. Жаль. Домой. Ну, правильно, потому что у меня только первая нашлась сразу, а на каждую по 2-3 штуки уходила. Так, 10 возьму. Ой, 10. Я не знаю, сколько надо, я так взяла. Свентон. И поехали. Возможно, черепицы потом не хватит. Обнаружили. Вот. Чудненько. Строим. Ну вот, подождать теперь надо 24 минуты. И останется еще две штуки. Я, конечно, первые несколько открыла, а потом решила не открывать, чтобы уже понимать, где нашли. А это вообще специально поставила в центре, для того, чтобы понять, в каком направлении искать следующее. Ну, мне так кажется, методом исключения, что... Вот в этом углу еще ничего не было, поэтому его нужно чистить как-то так в первую очередь. Потому что тут можно ожидать следующий подарочек, называется. Оно ж вроде как мелкое все, но его ж так много. И все надо повыбивать. О, 11% осталось мелочевки. Главное что? Главное быстро есть. Вот это вот трава, она, конечно, хорошо, но там же в лучшем случае, может быть, попадется какое-то яблочко. И то не в каждый раз. Так. Все, 10%. Таки радует. Стоп, 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 я забыла, что нужно кушать. Ну, бывает. Увлеклась нажатием, называется. Итак, осталось 2%. Настучала. В принципе, может быть, и хватит еще этих яблочек. И, между прочим, вот, возможно, вот я сейчас забыла, может, вы тоже забываете. Мы вот проходим вот такие вот острова. Вот, смотрите, в данном случае у меня получилось два острова. Марафон и вот тут временный. Ведь жабки-то выпадали везде. Явно лежат у меня на домашнем острове и улыбаются. Да, у меня нету домика до двоих, поэтому вот и проблематично. Если в Одноклассниках он у меня есть, я себе там раз и наменяла. Тут надо вспомнить и поехать поменять, называется. Вот сейчас приедем, тут разберемся уже. 1%. Посмотрим. Так. Но я так надеюсь, что в этот раз мне повезет, и я не буду искать последний кустик, последнюю травку. Ну, это, конечно, не точно. Так, что у меня осталось? Ой, 11 яблок. 4 штуки по 5 и 7 штук по 10. Все, хватит. Доедаем уже 10. Так. Ответственный момент. Энергетики закончились, но локация полностью расчищена. Ура, ура! И пропадет она еще через 5 дней и 20 часов. Это все забрать. Кстати, этого много или нет? Ой, одна штука, вести никто не будет. Теперь главное не забыть дополниловку доделать и получить свои 200 энергии. Кстати, дополниловка. Ой, не будем открывать. Это получается, по идее, 6-я. Когда закончится, а потом 7-я, я на это надеюсь. Так, что можно забрать? Вот это забрать. Да-да-да, за жабки напомнили. Ой, не хочу я везти, куда-то заберу домой. Что-то мне ради одной штуки. Так, сейчас как начну забирать, позабираю то, что для постройки, а потом буду опять везти. Ой, камни, да-да-да, камни, камни, это наша сила. Мне надо сейчас камни повезти на локацию. Там, где я никак не выберу то, что у нас временный остров. Первый.
Не, ну как-то они в этот раз сделали вроде как недолго, с одной стороны, а с другой стороны, таки долго. Ведь многие брали тоже, получается, за 480 себе, как я взяла себе стража. На стража как-то так насобирала быстро, очень сильно его хотела. Но потом процесс таки затянулся, еще 4 дня. Ну, извините, мне там еще собирать и собирать, по большому счету. Так. И там у меня таки заканчивается камень. Камень, камень, камень. Ха, у нас такого нету. Ладно. Камень, говорите. Вот, нашла. Возьмем вот так. Думаю, больше там точно не надо. Так, сады. Сейчас увидите, мне там еще забирать и забирать. Ну как-то сидеть там просто целый день на том острове и ждать тоже как-то, ну, не очень хочется. Иногда захожу, а это иногда захожу, получается, что ничего не успела. Ну, тут у нас, к сожалению, видите, лимит. Все, что можно было взять, я уже забрала. Так, мне осталось 3 черничных, глина, уголь и мешочек. Но все остальное меня не интересует, по большому счету. Мешочек мне нужен, потому что я еще не чистила этот временный остров другой, на котором он может очень даже пригодиться, скажем так. Сейчас я вам его покажу. У кого вот такой вот стоит ягодная, тому мешочек пригодится аж бегом. Ну что, домой. Ой, домой за один не хочу. Хочу вот сюда за один. Хоть покормлю. У меня там вот-вот позолотеют, называется. А может, уже и позолотели. Буйволы, буйволы, кожа нужна. Так. Нет. Золотые такие не наблюдаются. Ой, зато надо собрать поля и огороды. Овощные комплексы. Фрукты накормить. Животные покормить птенцов. И золотые вы мои. Вот честно, так ждала буйвола золотого. Ну, чем реже заходим, тем дольше ожидаем. Все банально просто. Так, канаты мы раньше привозили, а потом стали умные. Зачем их возить, если можно делать? А может быть, у нас раньше не было портмоне, кто его знает. Я так долго играю уже, что я уже даже не помню, когда оно у нас появилось на самом деле. Но мне почему-то кажется, что у нас изначально не было этого завода. Ну, в принципе, я могу и ошибаться. Так, полить. Тут погостили, всех накормили. Деревья полили. Так, быстренько поливаем деревья. Я сказала, что полили. Не могу же я уйти, пока не польете все. Полили. Теперь надо позаботиться о птичках. Птичкам надо вовремя питаться. Опс. Кстати, мне здесь тоже не помешал бы сборщик золотых статуй, по большому счету. Ну ладно. Главное, что для кроликов он есть. И это очень-очень радует. Так. Тут, кстати, на этой локации тоже уже не мешало бы что-то думать с растительностью. Или ставить деревья, или привозить готовое. Ну, мне кажется, что лучше, конечно, привозить, чем ставить, пока нарастет. Если было бы много изумрудов и была бы скидка, может быть, я бы сюда сад и купила бы. Очень было бы удобно. Ну, смотрите, вот получается так. Да, разумно получается дешевле привезти для сада, для полива, чем, как говорится, возить груши там и вишню. И так надо что-то возить. Ну, в одноклассниках у меня больше, конечно, ботанических садов, но они все тоже стоят на домашнем. Как-то так получилось. Я менялась там и все такое. И они у меня стоят на домашнем острове. Так это все собрать, собрать, собрать. Так, таки вспомнила я за жабок. И надо таки поехать сделать себе
хоть немножко называется. Я буду долго по 8 штучек играться. Все, так, огня пока хватит. Ну, наверное, захвачу с собой уже. Заодно и корзинок наделаем. Недаром ехать, как говорится. Хотя, безусловно, керосинчик жалко. Ничего не поделаешь. Все равно надо иногда чего-нибудь делать. Так, у меня другая проблема. У меня опять заканчивается черника. А сделать ее фактически уже не судьба. Табуретки это все. Вон, тут даже 100 штук не выйдет. Как-то так. Так, ладно, нам на Polar Side. Полетели. Меня еще дружная ждет, секретная ждет меня, ягодная ждет. Ну ничего, когда-нибудь дождутся. Ну, у меня шахта уже, кстати, закончилась. Я уже вот здесь все прошла. А прикол, что в Одноклассниках последнюю так и не проходила еще. Забываю все время. Тут как-то мне нужны были изумруды, поэтому этим вопросом и занималась, скажем так, если честно. А там с изумрудами все хорошо. И никто особо не спешил. Так. Ну, тут же тоже, как говорится, даже когда прошел, все равно полезно в нее поиграть. Потому что с нее идет много полезностей. Коллекции. Золото белое тоже. Нам очень даже ничего. На шоколадке, например. Так, вот это я приплыла. Вот тут нету. 5. Ну, вот тут только одна. А одна здесь, да? Или здесь? Ну, угадала. Все, не хочу я больше. Меняемся. Так, честный обмен. И тут. Забудь скоро угля, кстати, привезти. Потому что мне не нравится, остается огня не так уж много. Так, а теперь можно домой. Если что. Ой, а что применить? Домой-то. Применить, применить. Не туда нажимаем. Так. Станция. Ну, а потом мне надо возвращаться и смотреть, готово, не готово, ставить следующее добыча, скажем так. Ой, успею, не успею, успею, не успею. Поела. Успела. Ну, капуста растет, пусть себе растет. А я поехала на остров ждать, надеяться и верить. Надо ж найти все подарочки, собрать. Не как-нибудь. Ха, тут еще 1,5 минуты. Вот как. Ну, вот и все, дождались. А? Здесь у нас превратить. И что надо делать? Правильно. Следующий. А, так это таки 5. Значит, еще 2. Так, ну, методом исключения... Смотрите, где я еще не искала. Ну, я не знаю, почему здесь. Или здесь. Да ну. Давайте здесь. По крайней мере, покажет, в каком направлении двигаться. Это тоже немаловажно. Ладно, я открою эти подарки уже. Теперь, смотрите, ждать сначала 15 минут, а потом найду, не найду еще. Ну, в общем, занятие еще прилично. 2 штуки можно искать, ой-ой-ой, сколько. Нет, бывает такое, что вот сразу. Первую я прям сразу вот здесь нашла, мне повезло, скажем так. Ну, смотрите, подарки-то достойные, приличные, довольно-таки приличные. Ну, сколько сыпется. Даже монетка. Это уже хорошо. 2 по 35 выпало тоже. Довольно-таки приятный бонус. Ну, а мы с вами немножечко... О, я забыла еще одну коробочку. Ведерце на 5 ударов. Мы с вами такие немножечко поиграли. Клондайк наш каждый день, несмотря на то, что есть обновление, нет обновления, но мы же играем.
почему бы не поиграть вместе? Да, возможно, это не так интересно, как новая локация, но все же это тоже Клондайк, наш разный Клондайк. И на этом все. До новых встреч.